Ушел из жизни один из старейших врачей России – Виктор Гитоев. Виктор Дафаевич Гитоев родился в селении Стур-де-Гора. Окончил Благовещенский государственный медицинский институт. Работал хирургом на Дальнем Востоке. С 1980 года – урологом в родной республике. Виктор Гитоев был известен и как поэт-песенник, член Союза писателей России, автор поэтического сборника «В объятиях любви». В 2012 году вышел его сборник стихотворений для детей «Танец орлов», из которого некоторые произведения вошли и в остинские учебники для начальной школы.